Всем приветики. Сегодня мы будем проходить игру под названием The Room, что означает комната. Нам надо будет выбраться из комнаты, разгадывая загадки. Мы находимся в комнате. Там у нас окошко. Там у нас дверь. И освещение. Через эту дверь нам надо выйти. Но чтобы выйти, мы должны, видимо, открыть эту коробчонку. Итак, что у нас есть? На столе у нас лежит какое-то письмо. Вытянем его. А в письме есть ключ. Вот, мы подобрали ключ. А теперь нам надо открыть крышку. Мы повернули крышку, открыли отверстие для ключа, вставляем ключ, поворачиваем и открываем коробку. В коробке мы находим какой-то инструмент, какую-то линзу. Здесь есть какое-то письмо. Я не знаю, что в нем, потому что в английском я не силен. Поэтому буду пытаться понять все как-то. Как-то понять без надписи, потому что... Так, что будет, если мы посмотрим в эту линзу? Интересно, как в ней передвигаться? Или в ней можно только смотреть? А двигаться в ней нельзя. Так, хорошо. Посмотрим, что у нас есть. Я вижу тут какой-то кусочек, который можно двигать. Здесь, видимо, нужен специальный ключ. Так, хорошо. Что еще есть на этой коробочке? Снизу какие-то стрелочки, везде разные. Здесь написано вода. Здесь написано воздух. С этой стороны написано огонь. А с этой стороны написано земля. Наверное, это неспроста, и что-то это значит. Здесь тоже что-то такое, типа передвигающееся. Открываем. Тоже под какой-то ключ отверстие, но оно немного другое. Так, талисман. Талисман. Там что-то пишут. Линза. Но я не могу понять, что. Так, хорошо. Что мы можем сделать еще? Мы осмотрели ящичек. Мы нашли линзу. Мы открыли отверстие. Но нет ключа. Может быть, в книгах есть что-то? В книгах есть какие-то записи, но их нельзя достать. Книги тоже не открываются. С коробчонкой мы можем еще что-нибудь сделать?
ничего не можем мы сделать с ней. Так, хорошо. Верхнюю крышку осмотреть. Потому что мы осмотрели нижнюю. Ничего нету. Так. Хорошо. Куда еще можно тут заглянуть? И под каким углом? А, я даже не знаю. Тут все как-то так. Талисман. А с талисмана можно что-нибудь сделать? Передвинуть его как-то, повернуть. Потому что все вроде осмотрено. И или может быть что-то можно сделать с этим? Я же даже не пробовал на них нажать. Нет, нельзя. Так, хорошо. А если я попробую нажимать на друг... Хотя я вроде бы нажимал, мне кажется. Хорошо. Что тогда можно? Что можно сделать? Вроде ничего и не видно здесь такого больше. Линза. А для чего нам линза? Мы вроде как смотрим. Или может быть письмо? И мы можем на него посмотреть через линзу? Можем. Но это ничего не дает. Опа, как я так сюда быстро переместился. Странно. А с этим кругом что можно сделать? А можно подсказкой какой-то воспользоваться? Что еще раз? Плохо, когда не знаешь английский. Было бы, наверное, проще. А так... Я чувствую, что я ничего здесь не сделаю, наверное. Так... Попробую еще что-нибудь. Нет, но здесь я лазил, здесь ничего нельзя сделать, как бы. С конвертом мы вроде тоже все. Ключ забрали отсюда. Что еще можно здесь сделать? Вроде ничего такого. На столе больше ничего нету, книги. Над ними никаких действий недоступно. Это шкатулка и письмом тоже. Углы верхние. На них вроде ничего нету. С этой стороны. Здесь какое-то типа отверстие. Что-то такое похоже, затемнение какое-то, но оно недоступно. Талисман, с ним ничего нельзя сделать. Вот. Про файр что-то пишет, про огонь, а что с огнем тут не так? Опа, а, вот оно что. Тут еще один ключик есть. А, блин, так я же вроде нажимал. Как так-то? Стоп. Это мы, получается, должны... выбрать нужную позицию ключа. Вот оно, что я же вроде нажимал. Я нажал сюда. Мне сказали, что... ничего здесь нет. И сюда вроде нажимал. А сюда, я не помню, уже, наверное, не нажимал. С той стороны понажимал.
А с этой уже не нажимал ее, потому что вроде мне показалось, что эти штуки, они вроде бы не кликабельные. То есть просто указания чего-то, ну, чего-то к чему-то. Какие-то, типа, ну, огонь, вода, земля, воздух. И оказывается, вот оно что. Хорошо, тогда нам нужно посмотреть. То есть этот ключ подойдет к двум замкам, я так понимаю. К этому нужно выбрать замок в виде такого закругленного лабиринта, что ли, вот. И теперь можно, наверное, применить. Ага, надо его перетянуть, наверное. Так, мы использовали ключ, мы открыли потайную. Ага, это, я так понимаю, вот сюда подойдет. Именно как, вроде как что-то типа отвертки. Одеваем сюда и вращаем. Снимаем талисман, забираем линзу, видимо, которая нам... Ух ты! Вау! Совсем другое дело. Все в таких символах каких-то странных, непонятных. Вот, как бы именно что-то такое себе и, типа, и думал, что сам себе и думал, что в огонь, типа, вода, земля, вот эти указания, на которых я не стал нажимать, они типа для чего-то, ну типа вот как для таких вот, типа, то есть они на что-то указывают, но я не думал, что это может... Нет, я думал, я нажимал, но оно не сработало, и я типа решил. Так, хорошо. Неважно. Посмотрим теперь, что мы можем еще сделать, потому что у нас есть вторая сторона, к которой мы можем применить этот же ключ. Только нам нужно выбрать вот такой вот рисунок ключа. Вот, мне кажется, это он. Ну-ка. Так. А здесь, может быть, посмотреть на линзу. И это средняя не ворочается, значит, можем вращать только остальные, которые находятся дальше. Что-то такое на глаз похоже. Это должно быть сверху, мне кажется. А, вот это уже снизу. Нет, не снизу. Вот. Открывается какой-то механизм. А, это сама дверь открывается. А ну-ка, мы ее сейчас... И тут еще одна шкатулка. Вот мы и завершили какую-то главу. Мы нашли шкатулку. Так. И теперь нам нужно открыть новую шкатулку. Что мы здесь видим на этой шкатулке? Отличаются грани. Где-то домики, а где-то такие закругленные штуки. Чем они отличаются? О, как? Циферки какие-то. 0602 26 026. Так, стоп. А, это, наверное, код, может быть, к этому. А ну-ка. Это, может быть, это верхняя, это 757. Сверху, наверное, 2. А снизу 6 5 2 7 6. Надо попробовать. 5 2 7
6. Отлично. Выключатель вниз. Открывается. Открывается еще одно. Какое-то окошко, и в нем какая-то записка. Что она значит? Одна из семи, значит, должно быть еще. А если линзой? А, нет, линзой нельзя. Что это такое? Нет, это не крутится. Так, хорошо. Линзой ничего не видно. Здесь тоже ничего не видно. Хорошо. А здесь что это такое? Искра. Здесь искра, значит, чего-то не хватает. Петель, может, нужен для искры. Зажигалка, наверное, так. Это что такое? Сюда что-то типа ключа, наверное, тоже надо, мне кажется. Так, здесь какой-то код. А, кто-то что-то оставил сбоку. Пальцами. Опа, 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 ничего себе. Как хорошо, что у меня есть линза. И сразу видно, что здесь кто-то что-то делал. И оставил свои пальцы. Нажимал. Видимо. Так, это надо, наверное, повернуть. Так, чтобы мы могли открыть. Она открывается уже, что ли? Так, стоп. А, все, 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 вот. Вот, теперь у нас есть ключик, с помощью которого мы сможем открыть, видимо, вот эту вот дверцу. Или нет? Нет? Можно еще раз глянуть на него. Он же вроде такой же квадратный. И здесь оно вроде квадратное. Но почему-то не подходит. То есть он не отсюда? Так, хорошо. Здесь код. Какой-то код. И здесь вот у нас есть, видимо, одна из комбинаций кода. То есть нам нужна... Примерно вот такая вот штучка. И нужно найти остальные где-то части этой комбинации. Так, хорошо, вон я вижу еще часть комбинации. Такой типа кружочек с палочкой. Мы ставим кружочек с палочкой и надо найти остальную часть комбинации. О! А, это что такое? Какой-то крючочек. О, может сюда подойдет? Ну-ка, да. Завелся механизм. Так, механизм работает. Значит, мы можем... А что мы можем сделать? Нам чего-то не хватает сюда, какой-то части. Не хватает какой-то части. Но что вот с этим, вот почему они отличаются? А, вот он, значит. Так. Так. И, видимо, куда ее вставлять? О, как? Наверное, это сюда. Да, подошло. Телескоп, то есть это что, какой-то проектор? Или он пока еще не работает? Так, хорошо. А здесь что это такое?
Ну, такое ощущение, что сюда нужны какие-то ключи, что ли. Так, а это она чем-нибудь отличается, или она просто круглая? А здесь, если мы переключим. Все, она уже не переключается. Так, хорошо. А тогда у нас есть здесь, как я вижу, символ. Такое вот закругление. Ну-ка. А где мы? Где мы там водили? Я уже потерял немножко. А, вот он уже рядом, точно. Открываем, выбираем вот этот символ. А здесь уже подбором. Опа. Ключ. Ключ, ключ, ключ. А он не вертится, как предыдущий. И поэтому подойдет только к какой-то одной дверце. Но непонятно пока, где эта дверца. Как бы. Пока что я вроде ничего такого похожего не видел даже. Куда его можно? Так, а здесь код какой-то. Во-во-во. А нет ли здесь каких-то подсказок? Колу. Ага. Так. Я получил ключ, то есть мне надо где-то к чему-то его применить. А что наверху этой башенки? Я тут не был. Может, здесь есть какая-то скрытая. Так, стоп. Что? Почему я не пускаю? Звезда. Здесь же нет ничего похожего. Нету. Да, сверху больше ничего нету. Нам, получается, надо... Так, а что нам надо? А в телескоп не заглянуть никак? О, а там какая-то дверца, ну-ка. Вот она, маленькая. Так, а как ее открыть? Здесь вроде и ключа не надо. А тут что? Ну, за надпись такая. Сверху была. Так. И что дальше теперь нам делать? Попробовать. А эти штуки, они не передвигаются? Нет, не передвигаются. Хорошо. Здесь замок. Нет, ну по идее, типа, раз нам дали ключ, то с ним, наверное, можно что-то сделать. Ну, то есть мы открываем и как-то должны применить этот ключ. То есть он, ключ к чему-то. Ну, к чему? Здесь же некуда его даже применить. Должен что-то открывать и должно как-то от этого быть движение куда-то дальше, но что им открывать? Он же никуда не подходит. Вот он такой, как бы. Я здесь ничего похожего и не видел даже. Или, может быть, не обязательно? Я смотрю на верхнюю часть, может, на нижнюю надо смотреть, на что-то круглое такое. Может, сюда он, естественно, не подойдет.
Я просто не понимаю, куда его можно применить. Здесь нет ничего даже похожего ни на верхнюю часть, ни на нижнюю часть ключа. То есть, как это странно. Его даже некуда применить. Я уже эту коробку обкрутил столько раз, что... Может, подсказки? I need more. Что-то мне это ни о чем не говорит. Может, тоже какие-нибудь нижние посмотреть? Ножки нет. Ножки не работают. А, нет. Работает. Так, а что это значит? А, это фитиль, наверное. У них все время в ножках есть какой-то подвох. О! Теперь что будет, когда загорелся огонек? Сюда можно заглянуть теперь? Нет? Ну, вроде бы. Фитиль стоит, огонь горит. Вот оно что. Так, сидит человек, и что он делает? Ничего. А если так глянем? Триал. И он показывает, мол, пальцем. Вот оно. Какая интересная линза. Триал. Так, средняя, как обычно, не крутится, а крутится все вокруг средней. То есть нам нужно подобрать так, чтобы все совпало вокруг. От центра по краям. Так, и что? Тут совпадает. А вот тут и нет. Как они делают, интересно. Из такой линзы будешь смотреть и думать, почему не работает. А все оказывается, вон оно как. Это, мне кажется, я путаю. Голова должна быть, мне кажется, наоборот, сверху. Мне кажется. О, да, вот так, теперь точно. Во что усики совпадают. Роги, 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 роги. Вот они. А, нет, стоп, я не ту взял. Последнее надо. Это у нас. А там не изменилось. Ничего себе. То есть. Я крутил, а она осталась неизменным. То есть я что, крутил в каком-то параллельном измерении, что ли? Так. Триал. Ну, теперь я знаю код. Триал. Триал. Одна часть открылась, а как остальные открыть? Выезжает новая выкрапченка, и надо снова разгадывать. Разгадывать тайну ее открытия. А для этого надо понять. Ага, вот оно что. Ларчик открывался просто. Так, хорошо, что можно с этим сделать? Там еще какая-то заметка есть. Наверное, это что-то значит, этот символ. Так, а здесь? Эти штуки не двигаются случайно? Нет, вроде бы не похоже. Ключ сюда, мой ключ не подойдет. Эта штука, она открывается, не открывается. О! Я нашел что-то похожее на мой ключ. Только ему мешает нижняя часть, чтобы он зашел сюда полностью.
А, это что такое? Можно ли сюда как-то? Боковые надо части открыть, мне кажется, как-то. Его держат боковые части. А как их открыть? Так. Видимо, сверху надо что-то поворочить. Так. Зажглось, да? Так. Наверное, что все четыре зажглись. Что-то это прямо вертит, крутит. И совсем не туда, куда надо. Оп, стоп. Стоп. Что ж ты так неповоротливо это? Давай. Я вроде бы правильно кручу. Нет, в обратно. Вот. Ого. Прямо аж так ярко. Что это значит? А, надо, наверное, тот символ, который был нарисован, изобразить, да? Ух ты. И что теперь? Ух ты. Как интересно, а ну-ка. Новый ключ. Какой у них серьезный механизм. А этот ключ подойдет к чему? У него еще такая прорезь. А, ну, у меня есть как бы варианты. Сюда не подойдет. Сюда здесь вообще глаз какой-то. Где-то же была здесь какая-то. Сюда, я так понимаю, да? Ага. Звездочка. Ух ты. Еще не все. Звездочка. А, сверху была такая похожая. Где там? Вот звездочка. Опа. Так, а здесь что нас ждет? Ничего не понятно. Хорошо. Это что такое? Такая. У него какой-то кристалл за спиной. Как его забрать? Так, хорошо. А здесь что можно? Нельзя их никак повернуть, этих вот людей. О, я нашел какое-то кольцо. Как здесь? О, а это что значит? Что-то где-то, видимо, происходит, я так думаю. Может, один из этих людей ворочается, нет? Например. Может такое быть? Может. Но он не ворочается. Так, хорошо. А если я... Сюда оно не подойдет, это кольцо? Мне кажется, подойдет. Опа. И теперь вот по этим штукам. А нельзя как-то мне какую-то подсказку? Неправильно, да? Неправильно. А так? Хорошо. Так. Думаю, так и так. Все. О, стоп. Что там было? 2 и 3? 2 и 3? Или это не 3? Ха, я просто дальше продвинул. Так, наконец-то этот ключик, который, по идее, все открывает. Хотя ему применение только здесь, наверное. А здесь уже механизм посложнее, то есть надо как-то так. Если я буду вставлять ключ, мне надо, чтобы это было с этой стороны. Так, а это чтобы было
Повернуто? Нет, не так, по-моему. А нет, все правильно. Да, вроде подходит. Да, как тут все так вот происходит? Все, каждая часть за что-то отвечает. Сюда не подойдет, она вроде подходит, ну-ка. Так. Посмотрим, что там дальше нас ожидает. Открылся еще один механизм. Остается последний. Ого. Выглядит сложно. Давайте тогда мы переместимся вот к этой вот части. Если можно. И... Ага. Нажимаем подержать, но ничего не происходит. Так, а что? А снизу? Шарик не двигается? Не двигается. Видно что-нибудь? Не видно. Так, хорошо, сбоку тогда. Ого. Так, ну здесь, наверное, надо переместить их всех. Если они перемещаются, конечно. А, это типа круги, да? Каждый круг сверху, по-моему, один был. И, по-моему, это был кубик. И он стоит вот так. Его надо переместить. Вот так. И тогда здесь станет вот так. Здесь это у нас получается верхняя часть. То есть надо вон она вертится. Вернуть вот так. Это, по-моему, вот так должно стоять. И остается последняя. А последнюю я вот не видел нигде. Где искать последнюю? Или она и так ворочается? А ну-ка глянуть, попробовать. Может, она сама ворочается? Нет, не ворочается. Может, у одного из них есть вторая? Нет, нету. Так, хорошо. Где ее искать тогда? Может быть, вот это? Если оно вертится. Нет, оно уже не вертится. Так. Может быть, я тогда что-то не открыл. Например, какую-то часть из выехавшей сюда. А вот. А, вот какие хитрые. Точно, там же даже рисунок такой. Так, это у нас ремешок, а это у нас шестеренка. Ну, понятно. Ремешок, значит, мы одеваем. По всей видимости, не хватает нам шестеренки. Если мы это передвинем, не хватает шестеренки здесь, наверное. Нет, сюда она не хочет, а вот сюда хочет. Передвинем сюда. Отвертка. Так, хорошо. Тогда теперь ремешок куда девать? А, может, куда-то его сюда как-то с чем-то. Тоже вроде чего-то не хватает какой-то части. Причем даже не одной, наверное, а трех. Трех частей. Ой, здесь что-то зашевелилось. Начали какие-то механизмы работать. Так, хорошо. Здесь, если нажать... Нет, еще не работает.
А эта штука вертится? Нет, не вертится. Но это получается... А, вот, а ну-ка, если сюда отвертку. Сейчас мы скрутим эту крышку. В этом механизме. Это что такое? Успел. Столько ключей. Интересная штука. Так, хорошо. Куда я их... А, это что такое? Я же здесь еще не был. Интересно, интересно. А сюда подойдет какой-нибудь из ключей? Или нет? Так, я вижу, один мог бы подойти, например. Например, вот этот с той стороны. Вот этот подошел бы сюда. Но вот эта часть, мне кажется, подходит туда. Разве нет? А, или она, может быть, она не понимает, что типа сильно много частей поднято. А если их всех опустить? Сделать вот так и... Нет. Видимо, не подходит. Тогда к чему их можно... Что ими можно открыть? Вот это до сих пор что-то как-то. Здесь какой-то ключ может... Мог бы подойти. Хотя, наверное, если их всех взять, наверное, это один ключ как бы для чего-то. Один ключ. А это что такое? А, я же оттуда забрал. А резинка для чего? Такое ощущение, что я резинку куда-то не поставил. Что она где-то должна стоять, а я ее куда-то не одел. И поэтому сейчас что-то будет не работать. Так. Но здесь только этот замок получается. И к нему нельзя никак подобраться. А сверху, например, есть что-нибудь? Может, я так как-то смогу? А, вон и последняя часть как бы кода, которую я догадал, ну, типа, наугад. А к чему этот ключ? А, вот к чему. Все, я нашел. Это мне получается надо сделать как? Вот так, вот так, вот так, вот так. Верно? Нет, неверно. Верхнюю часть сдвинуть сюда. А, наоборот, да? Я понял. Спасибо за подсказку. И здесь еще одна часть механизма, которой как раз таки не хватает. Я думаю, вот здесь. Ну-ка. Как мне эту штуку? Что-то ручка уже не берется. А, все. Так, еще один механизм. И можно его, наверное, сюда поставить.
и натянуть между ними ремешок. Нет? А, или стоп. Сюда. Да. Вот теперь здесь нажимаем кнопку. Меняются созвездия и выезжает какая-то штука. Что это такое? Тоже какой-то ключ, только он какой-то странный. Это нажимает, не нажимает. Ощущение, как будто бы нажимает. Но на самом деле, может быть, даже и нет. И куда его можно деть? Не сюда ли случайно? А ну-ка. А вот это для чего? Мне кажется, типа... Оно должно подходить. Как раз такая штука. Круглая. Но она не подходит. И куда же тебя девать? Куда же тебя можно приспособить? Ну-ка еще раз глянуть. А, вот оно что. Вот в чем вся история. А ну-ка. Это, оказывается, была Реф 06 605. То есть это может время какое-то. А если я включу вот эту штуку? А, нельзя, да? Хорошо, а ее можно куда-нибудь применить? Например. Или что это? Это ключ? Да, ключ. Так, а здесь? А, должен какой-то рисунок типа быть. А, вот оно что. Мне кажется, тот, который мы видели уже когда-то. Где-то. На рисунках мы должны сейчас собрать. Щит. Кому может принадлежать щит, как не рыцарю? У него ничего нет. Не щит ли ему нужен? Это у нас какой-то драгоценный камень. Кстати, а вот эту штуку я открывал? Да, открывал, я просто забыл. Так, и куда мы теперь можем камень ставить? Наверное, вот сюда. Как раз отверстие для камня. Так. Появились часы, стрелки часов. 6.05, по-моему, было. Поэтому мы крутим на 6 часов. Это у нас 6.05. Глава еще одна завершена. Чем дальше, тем сложнее. Кто-то здесь оставил свои пальчики какие-то. Прикольно. Шкатулочка какая-то, которая нас ожидает. О, мы даже перенесли с собой. Мы обычно не уносили с собой никаких предметов, а сейчас уже и унесли. А, шарик, да? Так, а как можно этот шарик передвинуть сюда?
Ну, наконец-то я его сумел. Как тут все сложно, а? Что-то нарисовано такое. Непонятно. Коробочку. Так что не можем, наверное, открыть. Опа. Что это значит? Опа. Вот что это значит. Так. И что? А, стоп, я понял, кажется, это сюда. А, оно не отъезжает тогда, получается. Хорошо. Сюда убираем это сюда. Правильно. Отверстие для какого-то ключа. Но не для этого. Так, хорошо, если мы сюда попробуем. Короче, опять как там, нужно подбирать код сюда, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Да, ну и дальше до конца, я думаю. Вот какой-то ключ нашелся. А это, видимо, какая-то опять линза. Опять код. Надо найти, где находится что-то, что нам может его подсказать. Здесь тоже, видимо, какой-то ключ нужен. Так, хорошо, если мы зайдем, например, сюда. Это что такое сверху? Ничего не крутится, ничего не вертится. Ага, здесь я уже был. Так, по-любому что-то из этого будет нажиматься, мне так кажется. Они же любят в столах, в ножке столов прятать что-нибудь. Или нет, или я зря трачу время. Вроде они на вид одинаково, ничего такого нету. Но будет весело, конечно, если я не нажму. Все. А потом окажется, что где-то что-то надо было нажать. Сверху еще такой большой стол. Так. И как же мне тебя открыть? А.
то есть это какой-то код из пяти. Из пяти символов. Но какой именно надо, пока что не ясно. Так, хорошо. А зачем нам фотка осталась старая? Надо поискать где-то. Что-то должно быть, как бы. Но где и что? Что нам говорит эта бумага еще раз? Какой-то, типа... рисунок какого-то круглого механизма. Сюда мы уже вставили ключик. Здесь нам открылась вот эта штука. Сюда, наверное, тоже надо какую-то линзу. Так, здесь мы не нашли, наверное, то, что надо, хотя мы не особо-то и искали. Какие-то здесь ручки типа не двигаются. Так, здесь что мы можем? А что нам подсказки скажут? Ничего не понятно. Ничего не понятно. Сложно, сложно, сложно. Для чего нам фотография? Может, она нам как-то помочь? Или нет? Или надо перейти все-таки наверх? Вот это вот что такое? Нас туда не пускают, я так понимаю. Да. Вот, а потом оказывается все просто, типа, было. Это такое, что? Почему я сразу не догадался? Бокс, но что-то такое. Короче, не пускает рано. А вот здесь, если нажимаешь сюда или куда это там нажимал, сюда, наверное. Как вот это вот открыть? Сюда нажимаешь, так оно говорит. А. Говорит, что типа нет. Наверное, или я не понимаю. Что-то оно такое говорит, что типа. Так, хорошо, если комнату посмотреть вообще. Как бы вокруг. Не, ничего не понятно, так. Вот сюда бы что-то ввести, но что? А я смогу увидеть, если я, например, буду крутить вот эту штуку здесь что-нибудь? Ничего не могу я увидеть здесь. Здесь я уже все сделал, здесь достал. Вот с линзой что делать? Ключ, линза. А, стоп. Черт. Вот оно что. Сигел. Все, я понял. Спасибо. Ничего себе. Все так про. Я так и думал, все намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Сигел.
Вот оно. Ух ты. И куда ж тебя такого красивого можно поставить? Мне кажется, сюда. Идеально подходит. Только можно я сначала взгляну на эту красоту? Так, хорошо, теперь. Забирает его, да? Ну, естественно, я бы тоже забрал. Ух ты. И что это значит? Или это что-то как-то? Оп-оп-оп. Что это такое будет? Открывается ларчик. Берем какой-то круглый ключик. И что мы видим? Крестовина с другой стороны, да? А где? Что-то похожее было здесь? Если было, конечно. Вот тут. Ого. Ого. А там больше ничего нету в этом ларчике? Ого. Я же видел, там что-то еще есть, как бы. Какой-то потайной нажим. Так, не хватает части в земле. Ручка. Мы забираем ручку. Куда ее можно... Вот, подключить сюда можно ее. Включаем. Открываем. Ну и... Ух ты. А, здесь, видимо, собрать уже знакомую фигуру надо. Уже знакомую фигуру, которую мы так любим. Давай. Что это такое? Какой-то кубик, и такое ощущение, что он должен открыться. Мне так кажется. Но, скорее всего, он тоже куда-то должен присоединяться. Но куда? Здесь я вижу что-то такое, типа, похожее на вот это. Так, так, так. Так, так. Ага. И что это значит? И что это такое? А, все, я увидел. В смысле? Где-то что-то еще открылось, да? Вот она, недостающая часть. То есть 4 части должно быть, да, недостающих. Но она повернулась, там нет ничего. Как-то не очень хорошо. Так, а можно ее повернуть как-то? Нет? Все уже, что ли? Никак? А мы здесь же еще вторую не нажимали, да? Так, вот мы нашли ключик, мне кажется, я знаю откуда. Вот. Он такой прямо вот... Прямо он. Здесь должно быть что-то типа вот такого. Так. Сверху. Что-то вроде... Сверху что-то вроде... Такого вроде, наверное, мне кажется.
Так, все это убрать. Нет, не такой. А, их соединить, наверное, надо. То есть... Стоп. Здесь не до конца доходит, а там доходит до конца. То есть примерно как-то вот так. А здесь должен быть такой ключик с такой как бы пирамидкой. Вот она. Вот. Так, давай-ка мы приблизимся. Забираем вот эту штуку. И она, наверное, в этот свет должна вставляться. Вот сюда. Так, здесь мы забираем. Что мы забираем? А-а-а. Подожди-ка. А, все, я понял. Там уже еще двигается, типа. Да. Ого. Какая система сложная. У них тут образовалось так. Ух ты. Вау. Красиво. Так, это мне сейчас пригодится, чтобы открыть еще одну шкатулочку. Стой, выезжай далеко. И опять ничего, но остается тогда последний, вот этот. А сверху, блин, как красиво, а? Так, теперь мы, наверное, должны наверх перебраться, мне кажется. Что это значит? Вот мы как бы перебрались наверх. Уже даже все светится. Но почему-то... Все еще нельзя подойти к этим штукам, оно почему-то не пускает. Но у меня есть кубик. А что с этим кубиком делать? Как бы... Куда его девать? Как его открыть? А, вот оно что. А, ну если так, то... Так, а куда его можно... Деть этот кубик, он же ведь никуда не подходит, потому что, ну, как бы, или он сверху там открылся, нет. Ну, что-то вроде такой звезды, только для нее нет никакого места, чтобы ее куда-то... Или она сюда подойдет. Не подходит. А, вот я нашел. Так. О, как? А ну-ка еще раз, пожалуйста. Ага. Я, кажется, понял, что это. Да? Вот это. А. И вот последняя часть для земли. Что это значит? Какой-то механизм. А что с ним делать? Ага. Ух ты.
Серьезный столик. Вот мы завершили эту главу. А теперь над этим столом надо поколдовать. Так, что мы можем тут сделать? Вот он, стол. Ну, получается, мы, наверное, на нижнюю часть уже не можем переместиться, только на верхнюю. А сюда что-то нужно вставить, да? Вон там что-то еще есть. А, и то, что вот я сразу хотел, типа, да, подвигать, а мне не давали. О! Да, я сразу это хотел подвигать. Мне говорили что-то типа не время или что-то такое. А оказывается, это вообще другая глава была. Так. Поворачивается. Лавинки выезжает какая-то штука здоровенная. Так, кнопка. Пошли созвездия двигаться. Меч. На мече остановились, да? Так, хорошо. А это что значит? А, его держат, типа, да, какие-то штуки по бокам. Знакомый круг, который надо двигать. Так, здесь мы уже забрали, здесь забрали. Так. Вот здесь что-то такое непонятное. Что это такое? Здесь еще какая-то типа шестиугольник. О, а это что такое? Меч. И надо собрать знакомый нам опять. Знакомую нам. А как это сделать? Она ж как бы... А вот, все понятно. Надо просто было войти. Но все равно не получается, потому что оно... А, он вертится. Тогда, тогда можно. Вот что-то типа... такого. Ух ты. Давай заберем. Бывает же такое. И, наверное, его надо ставить в центр. Так же, как он и там стоял. Ого. Так, здесь нету чьих-то пальцев. А если мы оставим свои? И что это значит? А, это кнопка, да? Оп. Неправильно. Так, хорошо. Ну, у нас вылезли планеты. И, наверное, нам надо их расставить так, как указывают эти стрелки. А, но чем их двигать, как бы? Чем их можно двигать? Здесь же уже нету. О! Это хорошо. Такой лесенкой, да? Так.
Давай снова. А, и они двигаются. Может, там опять какая-то? Да, есть. Но оно постоянно вертится. И надо, наверное, новый код ввести, да? Ну-ка, еще раз код какой там. Такой, типа... Три... Двузубец. Так, хорошо. Окей. Они сейчас выстроятся как надо, и я загляну. Ого. Это окошко я увижу. Какую-то новую часть. Какое интересное... Интересная линза, как бы столько всего она может сделать. Я так понимаю, сюда, наверное. Так, и что дальше? А, вот здесь, наверное, уже двигать по... О чем? А мы не можем? Можем. Можем. Так, хорошо. И, наверное, надо... А неудобно то, что придется все время сюда возвращаться. А что мы должны увидеть в итоге? Можно в итоге увидеть. Ну хорошо, если я перейду сюда, и что я могу здесь сделать с этим? Ничего. Смотришь, как будто бы сюда же, только видишь еще какой-то дополнительный механизм. А что должно произойти? Ну, типа, я до чего я должен докрутиться? Может, типа, здесь это есть эта штука, ее надо крутить, то типа до чего-то я должен докрутиться, но до чего? Так, хорошо, если я поставлю три стрелки вот так, что я там увижу? А если я сделаю одну стрелку вот так? Ой. Утонул. Ну, то есть поверну вот так. Так, что я тут вижу? А, тут вот эта вот штука. А-а-а. Может быть, тут типа там должно что-то появиться. А ну-ка. Может там что-то появиться или нет? Такое отверстие какое-то интересное. Так, хорошо. Но все равно как-то непонятно, и что дальше, типа. Это не работает. Это уже тоже не работает, потому что мы здесь все накрутили. Здесь я уже все забрал. Здесь код я уже свой ввел давно. А здесь для этого у меня никакого кода нету, чтобы я мог его активировать.
То есть... А, может быть, типа, стрелку к стрелке, типа... Ну-ка. Чтобы оно совпадало. Просто, что неудобно, что приходится так вот ездить туда-сюда. Чтобы оно чутка поближе было. И что? Ну вот я смотрю, и что дальше? Что я должен тут увидеть? Хорошо, тогда другую стрелку к стрелке подвести. Не зря же они там нарисованы. Значит, что-то они... Для чего-то же они там есть. Туда. Что-то как-то непонятно. Чего эти отверстия, типа, в этом зданице? Ну, типа, раз мне дали эту штуку, которая крутит вот это вот здание, то значит, наверное, я все-таки должен крутить его. Да просто непонятно, и что дальше-то? Но я кручу. И что? Я его уже кручу во все стороны. Что за часы? Где они щелкают? Что? Непонятно вообще ничего. Ну, такой момент, что вот типа здесь ничего не работает. Так. Здесь это просто светится. Здесь нам дали это кольцо, мы должны крутить. Здесь уже мы все сделали. Здесь для этого у нас кода никакого нету. И типа мы можем крутить. Мы крутим, и что это нам дает? Нам это ничего не дает. А что подсказка говорит, типа? Это кнопки. Черт. Это последовательность, как надо нажимать кнопки. Блин. Гениально, черт вас подери. Я столько кручу, пытаясь понять, что должно открыться, а оказывается, мне код дают, который я должен ввести. Так, две снизу, одна посередине. Так. Потом. Примерно так я должен увидеть, да? Две снизу, одна посередине. Угу. А, ну все понятно. Такая типа машинка, гоночка, как в детстве рисовали. В Тетрисе я такая ездила, я помню. А вот то кольцо, которое было нарисовано, вот кружочек, который был нарисован на тех, картинках. Как все просто оказывается. Знакомый символ, только не дорисованный, да? И опять мы должны крутить, вертеть вот это вот все дело. Только для чего нам вот эта коробочка? Так, дайте-ка я посмотрю, где там стрелочки.
Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так. Теперь снова глянуть. Но в итоге это что нам даст? Может, надо поставить сюда вот эту штуку? Или нет? Куда ее поставить надо? Сюда же вроде, нет? Она вот и по рисунку подходит. А, ну вот. Я уже вообще в как... уже совсем в другом мире нахожусь. Вот если оглянуться, какие-то валуны вокруг меня. Это все? Вот и я вышел, да? Оказался снова где-то еще, то есть еще не все. И снова нас ждет одна загадка. Так. Интересненько, так. И как и не было, оп. Все такое ровненькое, как будто действительно здесь ничего нет. Так, а куда я могу это применить? На такую треугольную. Какую-то конфигурацию. Но я ее не вижу пока что. Так, а что у нас здесь? Есть. Я вообще типа в какой-то другой мир зашел. Какие-то вокруг механизмы такие огромные. Маленькая-маленькая тумбочка стоит. Тебе нам нужно как-то с этой тумбочкой разобраться. Так, что это такое? А тут можно как-то что-то открыть. Вот какая-то, я вижу, кнопка. Так. Так, и что? И что произошло? Такое ощущение, что ничего.
А, стоп. А, сюда, может быть, надо вот эту штуку поставить. Стоп. Это треугольник. Да. Да, есть такое. Так. Стоп, подожди-ка. Нет. А? Как я придумал? Стоп, 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 подожди. Он обратно закрывается. Ага. Понятно, так, стоп. Хорошо. А если мы тогда сделаем как-нибудь? Так. Не туда пошел. Не туда пошел. Так. А нам уже нужно. Зайти вниз, да? Так, хорошо, как мне обойти снизу, чтобы я так никому не помешал? Это мне надо, получается. Сейчас зайти сюда. Пройти сюда. 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 Сюда, сюда, сюда. Опа. Тут еще что-то есть. Ничего себе. Интересно, интересно. А это что такое? Мне кажется, это шкатулка, которая может открыться. Так. А, ее можно. Это ключ? Так, то есть это то, чего не хватало с той стороны ручки, вот здесь. Да. Все, вот оно. Еще один ключ, это что такое? Ключ, куда его вставить? Вон. Сюда. Ничего себе, какие огромные механизмы пошли в действие. А там ключ еще был какой-то. И что? Нет, там ключ должен быть. И что? А зачем она двигается? Мне как-то это вот
Но я не вижу, чтобы это что-то давало какой-то результат. Ну, типа стандартно оно было вверху, а сейчас я переместил, значит должно что-то измениться. Ну, типа... Ничего не меняется, вот в чем дело. Должно было что-то измениться, но вроде все остается как и было по-прежнему. А нет, что-то изменилось. А, вот оно что. Так, все, тогда понятно. Вот теперь понятно, да. Теперь передвигаем тогда наверх. Вот это вот. Решеточку и перемещаем положение вот сюда, избираем и это тоже. Все, мы отсюда все забрали, теперь надо только найти, куда это все можно применить. Этот ключ и эту ручку. Ручку сюда, наверное. Я так думаю. А вот насчет пианино где-то были заметки только недавно, я смотрел. А... Здесь что-то нарисовано, но... Первая, третья, четвертая и шестая. А здесь столько же? Нет, здесь больше. А, нет, стоп. 4. А тут сколько? А здесь их 8. Черненьких 8, а здесь черненьких 4. Но они показывают, что между двумя и... Между двумя... Где? Которая первая начинается, да? Да, вот. И что? Ну, я типа нажал, как там сказали, но... Я музыкант, оказывается. Минутка, музыкальная пауза. Так, хорошо, а ключ теперь куда можно вставить? Да, так. А я где-то видел расположение вот таких вот точечек черных, но я не помню, где именно. Вот здесь, да, вот они. Первая такая вот, типа, на буква похоже, вторая крестик, третья волнистая линия. Так, буква А, вторая крестик, первая буква А, вторая крестик, а третья волнистая линия. О, вот это то, что надо. И это... Типа диск вставляется в MP3 плеер. О! Вот она музычка. Вставил диск и пошла музыка. Все как обычно. Только раньше были типа свои диски. И типа если не умеешь играть, вставляешь, она сама играет. Так, а куда же ключик-то вставить? А, видимо, в эту вот
самую главную шкатулку. А есть ли у нас тут подсказки какие-то? И что это значит? Ну вот оно сыграло, хорошо. А и что дальше? А, я должен повторить. Я думал, я не запомню, но оно уже перестало как бы. Ну, давайте мне задание повтора, а просто начало играть. Я уже такой думаю, ох ты, такое я не повторю. Слишком длинно. Так, две ручки есть у меня. Тут я вроде все сделал, все по краям, все везде. Надо, наверное, перебираться куда-то наверх. А наверху, где я могу использовать эти ручки? Например, вот это вот что такое? Здесь нужны мои ручки или не нужны? Ну, где же ручки? Где же ваши ручки? Нет, стоп. Здесь что-то какая-то непонятица. А куда их девать? Здесь даже отверстия нету. Никакого похожего, причем их здесь даже две. Или может быть все-таки что-то где-то есть. Надо только внимательно взглянуть на... Да вроде бы. И нет. Кажется, здесь уже все так делал. Все, что можно было по краям, надо уже вверх перебираться. А вверху? Вверху? Нету ничего. Может ли это как-то что-то изменить? Вращение этого ключа? Или нет? Может быть, ручка сюда подойдет? Хотя... Или... Нет, оно не двигается. Я думал, можно передвинуть. Но получается, что... Нельзя. Так, хорошо. Тогда... Здесь. Что мы можем сделать здесь? Хм, странно. Две ручки, которые... Не к чему подсоединить. Хорошо, а что? Оно нам может. Уже и как бы музыкальная шкатулка спряталась. Здесь все нажато. Отсюда вроде все взято. Здесь тоже все нажато. Здесь показывает, какие символы должны быть. Здесь только что закрылось. Так, здесь. Здесь, по-моему, даже не приближается, потому что... Ну, тогда остается только верхняя часть. Что это за такая табличка? Так... Остается только верхняя часть. В верхней части я могу что? Нажимаю наверх, меня перемещает сюда. То есть у меня есть только вот эта шкатулка. А на этой шкатулке я могу... Я могу только переключать вот это. Перемещать вот это. А ключик я могу ворочать? Нет, ключик я уже не могу.
А куда вот это вот делать? Две ручки целых. Вот для чего мне вот это вот все показывает? Можно как-то с этим что-то сделать или... Или здесь? А сюда к этой ручке перемещает? Нет, здесь перемещает вот именно сюда. Так. Или может надо повернуть так, чтобы там было отверстие? Только зачем? Может там есть какие-то символы? Нету. Или может туда ручку положить одну и второй вверх и вниз? А вместо них приедет что-нибудь другое. А сюда оно подойдет? Нет, не подходит. Так, и что же делать там? Да уж. И что это дает? Типа поворачиваешь и должен выбрать символы. Какой-нибудь сверху, снизу и сбоку. А какие символы должны быть? Может, те же самые, что и здесь? Типа три символа. Они же, наверное, одинаковые или нет? Вот, например, первый символ. Где они там были? Вот. Первый символ. Например, такой, второй такой, третий такой. А как понять, какой из них? Хорошо, третий, допустим, вот такая вот. Волнистая линия. А здесь нет, здесь только раз, два, три. Раз, два, три. Нет, стоп, раз символ. Два, три. 4, 5, 6, 7. О, стоп, я. Стоп, вот это первый раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 символов. И как мне понять, какой из них где должен стоять? Может, где-то здесь опять в записях что-то будет? Нет, здесь ничего не меняется. Так, хорошо, и как я это пойму? Здесь же ничего нигде не нарисовано. На ручках ничего нету. Никаких подсказок, они одинаковые. От этих символов оно отличается как бы. Поэтому, может быть, где-то... О, а сюда похоже, на ручку похоже, на ручке такая же цветочек, как здесь. Почему он тогда не ставится сюда? Так, может, наверху есть что-то? Нет, нету. Ну, по идее, мне надо выбрать какие-то символы. А где я их могу видеть, типа? Здесь нет никаких символов. Журналы не берутся. И не смотрятся. Символов здесь тоже особо никаких нету. Так, хорошо. Здесь тоже нет никаких символов, здесь никаких, ничего похожего. Вот это символы, но они вообще другие как бы. Так, что мы еще можем? Это для тех символов как бы. Здесь у нас рисунок. И как мне это понять? Наугад, что ли?
Ну хорошо, давай перевернем. Перевернем. И посмотрим. А здесь вот они не меняются. Здесь показан символ такой, типа буквы Х раздвоенной, а здесь какие-то такие четыре штучки. Так, и что дальше? Ну, такой там символ был. Хотя вон что-то нарисовано. А, на самой желтенькой штучке, то есть какой-то символ такой. Может, его надо сюда вставить? Как бы, может, его не хватает? Ну, то есть... Только я не вижу похожие. Это не он, это не он. Такие закругления и... А здесь нет такого. Такие четыре круга, только два маленьких и два больших. Хорошо, как я тогда? Что мне тогда сюда поставить? Может тогда вот, например, вот это там такой символ есть. И повернуть его вот так. Смотреть, какой здесь символ должен быть. А, оно же мне нарисовало. Здесь типа должен быть вот этот. Все, я понял. Точно. А здесь? А здесь вот этот. Вещульки такие, четыре штуки, да? Блин, как все просто, черт. А теперь покрутить, чтобы в этих местах оказались, видимо, отверстия для ручек, что ли? Нет, не оно. Как раз для двух ручек, да? Блин, как все просто, да? А, вот как. Ух ты. Но здесь, видимо, старая фигура должна... А, нет, здесь код должен быть, да? Так. Вот из трех цифр. Или их ворочать еще надо, что ли? Ого. Хорошо, давай поворочим. 573, я думаю, будет. Да, 573. Вот он наш код. 573. Это похоже на вот что-то такое. Как эту штуку вертеть? Так. И получается у нас кубик, который... Так, стоп. А как его повернуть? Угу. Хорошо, если мы попробуем его как-то... Или может быть опять вот это, вот эти вот ключом... Его можно как-то повернуть. Нет, он не ворочается. А как тогда быть? Как его повернуть? Этот ключик. Странно. Получается, что надо как-то
Пианино, что? Где же нет пианино? Он там что-то про пианино пишет, или это старые подсказки. Так, хорошо, если попробовать. А что он пишет? Сложный момент, как бы. Их вроде надо как-то туда задвинуть, вот этот кубик. Но они не двигаются. А, еще ручки какие-то. А ручки, ручкам я до сих пор не нашел применения. А здесь их нельзя применить куда-нибудь? А, точно. Вот оно что. Точно. Так, там еще где-то должно быть отверстие, но не тут. А вот тут. И вот тут. Только оно будет немножко неправильно расположено, поэтому надо сделать как-то так. Вот, и остается последнее. Вот оно. Если мы его повернем вот так и повернем как раз таки вот так, то мы сможем. Ух ты. А, вот это я знаю, куда нужно поставить. Открывается замочек. А, выезжает линза и выезжают какие-то камушки. Но именно вот этот камушек я должен поставить, я думаю, вот сюда. Нет? Или да? Мне кажется, как раз таки вот этой части не хватает вот прямо вот, вот тут. Правильно? Ух ты. То есть нам чего-то не хватает, и это чего-то нужно взять здесь. Но... А как мы это сделаем? Так, так, так. А, вот, ну это легко, проще, простого. Надо только поставить все как надо и... И можно будет... Я же умею играть в пятнашки, я когда-то очень любил. Да и сейчас тоже как бы. Мне нравится. Просто я уже не играю, но... Если... Пришлось бы, вот, например, как сейчас, я... Я бы справился. Так, сюда. А, последовательность. Или неважно. Наверное, неважно. Тем более, откуда я знаю, какие должны быть цвета? Наверное, просто надо собрать какую-то фигуру. Как же ее тут совместить? Должны как-то цвета... Не цвета, а линии совпасть, наверное, но... Непонятно, что из этого должно вырисоваться. Или, может быть, ее надо как-то покрутить? А, ну, ну, может быть, даже и так. Красный. Синий. Зеленый. Желтый. Или...
Хотя, ну, как бы. И главное, здесь же вроде про цвета вроде вообще нигде ничего не было. Разве что, может быть, отсюда их надо было в той последовательности. Хотя, откуда я знаю, даже если я оттуда бы, как оттуда брал, так бы сюда ложил, я же не знаю, куда именно надо их ложить. Красный, может быть, желтый, зеленый, синий. Может быть так? А уже фигурка другая, вроде как-то немножко. Но красный не изменен, получается. Так? Вроде бы красный, желтый. Может наоборот, типа зеленый, синий. Может как бы как-то так. Она вроде бы меняется, но как-то. Хорошо, а если синий, если желтый сюда, зеленый сюда, синий сюда. Я уже не помню, ставил ли я так или нет. О. Получилось. Приоткрылось. Открыть мы должны сами. Здесь какой-то лабиринт. И мы должны, видимо, закатить этот колесик в самую-самую середину. Но для этого надо как-то двигать платформу вот эту. Но как ее двигать, если она не двигается? Получается, мне надо что сделать? А, вот что, понял. Так. Кнопка, оказывается, есть. Так. Ну, видимо. А. Стоп, стоп, стоп. Сюда. 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 Так, я что-то где-то пропустил, наверное. Или нет? Или, может быть, мне надо как-то по этим вот продвигаться дальше. Нет, что-то тут не то. Мне надо куда-то ее вывести. Я обратно уехал. Нет, подождите-ка. Хорошо, если так. Мне кажется, я уже близок. Да? И снова рисунок. А есть на каком коне нам его собрать? Да. Еще одна фигурка, которой не хватает для того, чтобы собрать полную картину. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, я пропустил. Так, можно было легко вот сюда. А теперь просто раз и все. Вот. Теперь должна быть, наверное, картина полной.
Ого. Ого. Жуть какая. Все. Игра пройдена. Вот и все, я выбрался из этой комнаты. Прошел все испытания. Разгадал все загадки. И я свободен. Вот как-то так. На этом все. Всем пока.